Небесные врата закрыты, шаманы Бурятии провели большой молебен. Паломники верят, с приходом снега местные божества уходят на отдых, и священнослужители начинают проводить обряды и молиться, чтобы боги присматривали за народом, а весна пришла быстрее. Считается, что всех, кто принял участие, божества будут видеть во сне и наделят защитой. Кроме того, молитвы помогают обрести гармонию, поделился верховный шаман. Гармонию, понимание мира, гармонию, понимание всего окружающего. Гармонии не только окружающий мир, но самим собой и близкими, родственниками, друзьями и так далее. И тогда мы обретаем тот смысл бесконечной жизни. С приходом весны небесные врата вновь будут открыты. Для этого шаманы соберутся снова вместе для большого обряда.